Брест выбран первой площадкой для такого формата, для такого форума неспроста. Для этого есть все основания, потому что именно по Брестской области, в Брестской дирекции Белгазпромбанка на обслуживании находится 20% предприятий малого и среднего бизнеса. Проект «Слово делу» – новый инструмент формирования предпринимательской активности. Выбирая формат его реализации, авторы инициативы старались максимально показать начинающим бизнесменам пути развития своего дело, инструменты, которыми сегодня важно пользоваться. Самое главное – стараться экспериментировать, не бояться, возможно, даже выделять определенный бюджет, который мы условно называем бюджетом на эксперименты, бюджетом на ошибки, который позволит понимать ситуацию лучше, видеть, как лучшие игроки стараются отстраиваться от конкурентов, как конкуренты пытаются посражаться за вершину. Ну, то есть это, с одной стороны, сложный процесс, с другой стороны, очень интересный. Миссия нашего банка, она заключается в том, чтобы мы способствовали развитию среднего класса, и предпринимательство – это, наверное, самый яркий пример вот этого сегмента. Поэтому мы решительно за то, чтобы помогать, всячески стараться создавать условия, чтобы, ну, бизнес рос. Сегодня интернет-площадки – одна из наиболее популярных форм деятельности предпринимателей за рубежом. К сожалению, в Брестском регионе пока этот коэффициент невелик. Задача – сделать белорусский бизнес адаптированным к международным реалиям и показать международному сообществу, что товары под национальным брендом могут быть не менее конкурентоспособными и интересными. Эта ниша в Республике Беларусь, она достаточно динамично развивается, она еще на данный момент не занята. Я думаю, что такие или подобные семинары, круглые столы, они дадут определенный толчок именно к развитию этих направлений. Во многом то, как сегодня ведется бизнес, зависит от знания предпринимателями буквы закона, поэтому отдельный образовательный блок посвящен налоговой базе. Налоговая безопасность на сегодняшний день и вообще в принципе безопасность бизнеса – это те риски, которые у нас подстерегают в обычной жизни. Многие предприниматели начинают заниматься своим бизнесом и совсем не имеют представления о том, что такое бизнес, какие документы они должны знать и соблюдать, какие их могут преследовать штрафные санкции, какие у них должны быть взаимоотношения с наемными работниками, чтобы не последовало проблем с этими работниками, чтобы не было судов. Вот, я все обо всем этом говорю и рассказываю предпринимателям, учу их начать свой бизнес правильно, а это, соответственно, ведет к существенной экономии денежных средств. Наша задача – сделать так, чтобы наши предприятия создавали подобные площадки. И это одна из тем для развития непосредственно нашего Брестского научно-технологического парка. Сейчас на данный момент готовим большой пакет предложений, в том числе и для наших китайских коллег, для того, чтобы войти в этот рынок с их опытом, с их возможностями, финансами, для того, чтобы это здесь дело развивать. Проект «Слово делу» будет расширяться. Пока его пилотная версия реализуется в Бресте. Возможно, в перспективе он охватит начинающих предпринимателей из разных уголков страны.